Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня наш новый аккаунт. Я пока не решил, что с ним делать. Качать его как без доната, качать его с донатом. Качать ли его вообще? В общем, АС-сервер, кому надо, кидайте заявочки на роллинге. Поехали посмотрим, что у нас на АСе сегодня есть. Так, парящий это я проснулся. О, ничего себе, настолочка, ребятушки! Настолочка на АЭСе уже есть, на русском сервере так и нифига нету. Что вам дают? Вам дают один шанс. Так, ну за донат понятно, их больше будет за 1400. Давайте правила покажу. Вот, сыграйте в игру, один день бесплатный шанс. С 23-го. 24, ну то есть в общем один день 1400 самоцветов дают один бонус, каждый раз вы бросаете два кубика, в общем вот так вот, каждый раз количество шагов, которое вы пройдете, ваш джелли равно сумме номеров на кубика, так, на котором становится джелли. Окей, что мы имеем по наградам? Имеем пазлов 12, вы получаете сразу же оккультиста. Зефирка, по-моему, если я не ошибаюсь. Сейчас я правила зайду. Вот они есть. Ящик славы можно реально на халяву вытащить 100, как у лаков, ребята. Это для бездоната, это реально просто огонь. Значки почета, ну такое, ПБшка. О, ПБшка и космо по одному, ребят. На английском сервере было по два, здесь по одному. То есть можно, блин, если повезет, вытащить космо. Камень судьбы, эмблема осколки зефирика. В общем... все-таки подождите. Стоп. Что за прикол? Правила. За два все-таки я себе космо. Это только на Тайване было такое, что они просто тупо халявных космо раздавали, раздали всем там, наверное, из-за этого. После этого и просто поменяли это все. Ну что я могу сказать? Ну, конечно же, кулаки надо забирать, ПБшка. А с другой стороны, кулаки это такое, ПБшку тоже не так просто получить. Ну что, есть один шанс, поехали попробуем. Посмотрим, какая у нас удача. Let's go! Может, Вольтика заберем? О май гад! Ну, блин, а чё ж... Так бы был бы халявный космо, блин. Обалдеть. И чё делать? Вот чё делать, скажите мне. 1-1, и блин. Это, конечно, лучше, чем 100 книг получить. В общем, я не знаю, что делать. Забирать ПБшку? Или же всё-таки 100к кулаков? Вот я не знаю, как на этом сервере с кулаками акции... Так, что у нас тут есть? Колесо фортуны. Поехали, посмотрим. В общем, кто здесь играет, ребят, напишите, что лучше забрать. Какие плюхи, потому что я не знаю, как здесь с кулаками на этом сервере. Хорошо, либо плохо. Пирующая рулетка. Так, парящий. Кстати, в парящем острове здесь поменяли награды. Как видите, здесь дают... 10-е рунки, но я не знаю, шанс, конечно, маленький очень, но все равно можно словить. Так, прайм, ну, остальные награды тоже вроде неплохие. Добавили еще сменку, ну, сменка это такая себе. Ни о чем я бы так сказал. Набор августа. Да, был бы это как на Тайване, мы бы сейчас бегали на аккаунте с космо. Я не знаю, что делать. Все, больше ничего здесь нету. Что у меня вообще на аккаунте по кулаках? 1157. Просто полный трэш. Так. Самоцветики. Это мы вытащили. У нас купончик есть еще. Или уже нету? Уже забрали у нас купон, что ли? Капец. Так, что у нас тут по квестам? Ну, капец, это начальный аккаунт, знаете, вот как
Вспомнишь одним, а чё я одним паладином бегаю? Чё я такой нубас? Мы ж можем построить нормально построечек. Ладно, я этим потом займусь. У меня, в принципе, если так разобраться, алтарь довольно-таки уже неплохой. С нашего последнего роллинга, там ребята писали, что надо было забрать наборы. Можно было, как вариант, наборы оттуда получить топовые карты. Там хорошие наборы снабжения, я показывал их за 11к, блин, ну просто классные наборчики. Но я решил все-таки поролить. Интересно, вот у меня. Бехрылева стоит. Тыковка. Атлантик, Купидончик. Череп есть, ведьмочка, хранитель, Анубис, Афинка, заклинательница. Вот такие вот у меня уже, ребят, герои есть. И я не знаю, надо будет думать, что с ними делать. Там мы немножко подкачаем. Посливаем ненужных героев. Чтобы места не занимали. Ну, все, дальше у нас, видите, гарнизонные, то есть начинающий аккаунт, здесь ничего такого нету. Но герои уже, как для начинающего аккаунта, я вам скажу, очень и очень неплохие. Тыковка. Сюда поставим Анубиса. Сейчас пойдем их жарить. В общем, я не знаю, что делать с этим. Сейчас еще самиков получим. Что делать, блин, что брать? Брать ПБшку, либо брать столько кулаков? Вот это вот у меня дилемма сейчас будет. Я бы, конечно, взял бы Космо, но он за 2. К сожалению. К сожалению, он нам пока недоступен. Космо только на этом раздавали. В общем, вот так вот. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Я вам еще сейчас покажу пару других акций на других серверах. Так. Где там наш... Что есть интересного? На английском сервере у нас ничего не добавили. Настольную, по-моему, тоже не добавили. Я не смотрел. Limited Dragons Update. Да, на английском нету. Есть интересный пак, кто играет на этом. Вот я не знаю. Арабские сервера здесь вечно добавляют какой-то трэш. На русском, как обычно, ни акции, ничего. Туда даже бессмысленно заходить. А вот на арабском сервере вот такая вот темка есть за один самоцветик, как видите. Ну реально, тут классные паки дают. Уже у нас и самиков тут подкопилось. Еще куча разных плюх. Надо пооткрывать все. Эти места нам не хватает. Так, забрать. Ладно, давайте увеличим, попробуем. Попробуем заролить, ребятушки. Сейчас мы сундуковище получим, плюшки. Вот еще плюшки. Смотрите, коробки, плюшки. Это реально кайфовый сервер для бездоната. Ну, конечно, надо арабский понимать, либо хорошо разбираться в итемах. В принципе, можно играть. Мне без разницы, на каком сервере играть. На любом сервере, в принципе, все понятно. Так, отлично. Сейчас мы получим еще дополнительно самики и попробуем с вами нормальненько так рынуть, посмотреть, что здесь на этом сервере падает. Так, бог Рома. Конечно, самого 2000, самого это будет мега роллинг, но все равно интересно.
Нормально, кстати, тут самов дают, я смотрю. С начальных этих. Атлантище. Сундучков дают нормально самиков. О, ничего себе, 3000 самов, ребят. Сейчас мы с вами вытащим по-любому имбу. Так, сейчас я только почищу склад. Так, ну что, поехали, бесплатка. 450 и нормас. Вала-вала, ничего себе, сразу же ворожай, посмотрите, офигеть. На начальном аккаунте ворожай, это, конечно, круто. Так, блин. Не получится у нас еще один роллинг. Так, 4. Куда? Куда вы все? Я, блин, думаю, куда оно все ролит? Я увеличиваю, увеличиваю. Ну, ворожай, в принципе, тоже как вариант. Неплохо. Давайте еще коробочку откроем. Не знаю, на арабском очень часто плюхи за сам дают. Еще говорят, на Индонезии тоже. Ничего себе. И разбросик, вот так вот. Вообще, вот так вот я решил потрешивать. Ну, пишите комменты, что вы думаете по поводу ПБшки, по поводу АЭС сервера. Всем удачи, всем пока.